Жители сыктывкарского поселка Сеткыркыч отныне, чтобы попасть домой, должны совершить обязательный обряд – пройтись пешком по песку. Процедура стала необходимостью из-за изменения остановки теплохода Усть-Сысольск на километр вниз по течению. Раньше люди из автобуса практически сразу могли попасть на борт, а вот причина таких неудобств – сильнейшее обмеление реки. Но углубительные работы здесь не проводятся, как объясняется, именно из-за близости пляжа. В таких условиях речные суда в этом месте уже не раз садились на мель. На реке Вычек, да, немножко идет падение в день по 2-3 сантиметра, примерно так. Значит, ну, в принципе, это уже уменьшилось, падение раньше было больше. Но у нас, на всякий случай, уже приготовлено новое место причала по пассажирским перевозкам, чуть выше, которое было раньше, то есть более будет удобно для людей, значит, по движению до автобусной остановки, соответственно. И там дорога будет немного поплотнее, как бы, не надо идти по песку. А вот с транспортом сложнее. Движение грузового парома теперь ограничено. Впрочем, власти обещают не оставить граждан без внимания экстренных служб. Мол, их доставят при любом раскладе. К слову, первый инцидент, который едва не стоил жизни пациенту с инсультом, произошел сегодня же утром. Сначала паром со скорой сел на мель, потом причалил к пляжу, затем на полчаса Соболь увяз в песке. Поэтому помощь жителю Сеткыркыча пришлось оказывать прямо в машине. Потом приехал другой автомобиль, и пациента эвакуировали в Сыктывкар. Как сообщили на станции, на самочувствии происшествия не отразилось.